Ивановский драматический театр готовится к открытию нового сезона. Идут репетиции спектакля по пьесе Шекспира «Король Лир». Премьерный спектакль ивановцы увидят 24 октября. Декорации еще монтируют. Художники-модельеры делают последние стежки. Актеры примеряют костюмы и вживаются в роли. Нет, голубчик, из ничего ничего не получается. Пожалуйста, скажи ему то же самое, что ровно столько же он получит со своих владений. Да, если я ему это скажу, он мне ответит: дурак. Злой дурак. Вот, злой дурак. И знак того ношу — колпак. А глупость добряка видна без колпака. Ты меня называешь дураком, голубчик. Остальные титулы ты раздал. Режиссер Зураб Сихрулидзе впервые ставит спектакли в России. У него за плечами постановки в театрах Турции и Грузии. Лира он уже давно хотел воплотить на сцене на родине, но неожиданно судьба свела его с Ивановским драматическим театром. По словам Зураба Сихрулидзе, с нашими актерами у него полное взаимопонимание. Это настоящие профессионалы, знающие свое дело. А когда актеры знают свое дело, режиссеру нечего делать. Просто сидеть и улыбаться им. В новом сезоне в театре появятся новые лица. Три актрисы. Одна из них, Лиза Дубровина, исполнит в спектакле «Король Лир» роль Корделии. Отбор новых артистов был очень серьезным. Спрос на Ивановский театр оказался довольно большим. Важно, чтобы новые актеры вписались в уже сложившуюся структуру театра. Некоторые абстрактно подходили по каким-то параметрам, но вот в эту структуру они не вписывались. Или кто-то кого-то дублировал, или такой возраст уже есть. В общем, масса тут всяких слагаемых. Репетиции «Короля Лира» идут на обновленной сцене. Совсем недавно в театре завершился ремонт. Актеры подтверждают, стало намного удобнее и безопаснее. У нас все сложилось так, как мы задумывали с самого начала. И в те сроки, в которые мы хотели открыть сцену, мы ее открыли. И вот сейчас уже чуть меньше недели идут там репетиции. Но основное открытие сцены будет, конечно же, 24 октября. «Король Лир» – не единственная премьера 81-го театрального сезона. В ближайшее время ивановцы также увидят спектакли «Живи и помни» и «Баллады инвалидной улицы». В театре обещают, что в новом сезоне будет много сюрпризов. Один из них запланирован на 3 ноября. В «Ночи искусств» все три ивановских театра представят зрителям интересную программу. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.